Василий Станислав, третья категория, и Расанов Данил, третья категория. Спасибо. Дорогие друзья, рад приветствовать вас на четвертом матче за сегодня. Играет «Динамо» 2002 года рождения. После них будут играть уже 2004 года. И я имею в виду самым старшим динамовцам, которые сейчас вступили на зеленый газон. У них свои задачи, им нужно побеждать, им нужно набирать максимальное количество баллов в оставшемся матче, чтобы обеспечить себе первое место. Кстати говоря, «Локомотив» — это та команда, «Локомотив 2002», которая в очном противостоянии как раз-таки является конкурентом «Динамовцев» за первую строчку в чемпионате 2002 года рождения. Да, это не общий клубный зачет, это все более чем формальность, но все-таки с чисто психологической точки зрения хочется в этом турнире победить. Кто это будет? «Динамо», «Локомотив», может быть, кто-то еще. Мы знаем уже совсем скоро. Чемпионат заканчивается по окончанию первого круга. Потом многие из участников этого символического чемпионата отправятся на чемпионат России U17. И там уже все будет точно по-серьезки. Вашему вниманию стартовые составы. Играющий сегодня команд. Начнем с «Динамовцев». Тем более у них изменений в достатке. И в основном эти изменения связаны с отсутствием футболистов основных. Голкипер Илья Купцов по 16 номерам. Далее полевые футболисты: Александр Гильдеев 21, Арсен Джуев 23, Кирилл Жуковский 19, Максим Караев, капитан команды, 24, Иван Кравченко 14, 12 Абдукултыр Курбан Алиев. Далее Александр Кутицкий 20, Артем Пикарев 6, Тимофей Тимчук 22 и Евгений Фигуров под 11 номером. Главный тренер футбольного клуба «Динамо» 2002 Соколинский Филипп Александрович. Теперь к составу «Локомотива» тоже давайте коротко пробежимся. Александр Косьенко, голкипер под первым номером. Далее также полевые футболисты: Максим Александров 6, Григорий Борисенко 11, Алексей Казарин 2, Кирилл Кирянин 7, Иван Котельников 24, Максим Матвеев 5, Александр Мухин 22, Лев Шахин 8, Никита Хлынов 9 и Иван Шмаков 19, капитан команды. Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» 2002 Максим Юрьевич Миша. Ну что ж, теперь мы будем обязательно следить за тем, что на поле происходит. Обязательно также следить за реакцией Филиппа Александровича Соколинского, который вот прямо перед нашей операторской находится. И мы все прекрасно видим, а больше даже слышим, что на этой самой тренерской скамейке происходит. Тем более, что Филипп Александрович Соколинский уже не раз себя проявлял именно как наставник очень импульсивный, эмоциональный, который пытается не просто эмоциональными выкриками, а именно высказываниями что-то донести до своих футболистов. А вот в пользу «Локомотива» те, как кажется, немного активнее начали тайм. Но есть свободные зоны у «Динамовцев». Прорвется ли фигура вперед? Нет, не рискует. Отдает пас на ближнего. Дальше Пикарев. Передача на Кравченко. Именно Кравченко сегодня заменяет Осокина, футболиста, который получил красную карточку в поединке против «Локомотива-2». Та встреча вообще очень тяжело сложилась для подопечных Соколинского. Казалось бы, все хорошо, ведут 2-0, но во втором тайме что-то произошло. И с реализацией моментов пенальти не забили совсем не вовремя. Ну и удаление тоже сыграло свою роль. Того же Дениса Осокина пришлось поволноваться динамовцам в концовке. Сейчас история уже другая. Футболист снова 11, но капитана, к сожалению, на поле до сих пор нет. Пикарев прессингует центрального защитника. Тем же самым занимается и Джиоев. Именно 23-й номер, по всей видимости, находится на позиции центрального нападающего и будет прорываться именно из центральной зоны вперед. А на флангах есть Жуковский, есть Фигуров. Они будут занимать эти ниши. Во всяком случае, так кажется, по позициям. Гильдеев преимущественно находится на позиции атакующего центрального полузащитника. Так, все, со схемой мы разобрались. Теперь будем смотреть, как будет проходить сама игра. Передача
Караева на Пикарева. Тот обладает искусным длинным пасом, поэтому высматривал долгое время шестой номер. Кто же открывается впереди? Никаких вариантов должных не нашел. Отдал на ближнего. Здесь Кутицкий, Тимченко. Все пока что на коротке. Жуковский успеет постраховать. Успел. Курбаналиев, Гильдеев. Есть забегание от Жуковского по правому флангу. Нет, это не Жуковский был. Это был как раз таки Крашенко. Наш новоиспеченный крайний защитник. Караев. Нет, здесь прессинговать не удалось до самого конца. Все пока что прилетает, как правило, в ноги футболистов Локомотива. Динамовцы никак не могут мяч перехватить. Да, сложно будет сегодня бело-голубым противостоять такому грозному сопернику. Мало того, что отсутствует в стартовом составе Осокин, по понятным причинам, удар по воротам Купцов. Отсутствует в стартовом составе Осокин, по понятным причинам, также не могут из-за того, что уже привлекаются к тренировкам за дубль и к играм за дубль. Сегодня за «Динамо» играть сразу три футболиста. Это Лепехин, это Галкин и это Константин Тюкавин, который вообще уже долгое время забыл о том, что является футболистом 2002 года рождения. Играет за дубль в стартовом составе. Приходится менять когда-то лидеров, когда-то основных футболистов. В атаке теперь много будет зависеть от Фигурова и Жуковского. Именно они призваны заменить по своим лидерским качествам до этого упомянутых мной футболистов. Получится ли? Посмотрим, пока что вся наша линия атаки без мяча находится. Что-то похожее мы с вами наблюдали в первом тайме поединка против «Спартака», когда те, конечно же, играли сильнее «Динамо». Позже все изменилось, напомню, но вот сейчас, как кажется, нужно постараться все поменять как можно быстрее, а не ждать того же начала второй половины. Напомню, что команды 2002 года рождения, так же, как и 2003 года, кто играл совсем недавно, играют по 40 минут. Один тайм. И этого времени хватает им для того, чтобы определить, кто же сильнее. Купцов готовится выбить мяч от собственных ворот. Делает это, как кажется, не очень удачно. Пикарев пытается хотя бы избежать контратаки. Это удается, но вот сохранить мяч для «Динамо» в очередной раз оказалось слишком сложно. Длинная передача вперед. На подборе здесь Алексей Казаринов. Передача на Максима Александрова. И контролирует уже защитники. И мяч дошло. Дело и до Александра Касьяненко. Лев Ушахин. Передача на ближнего. И длинный пас следует в сторону Караева. Здесь Фигуров. Технично играет наш 11 номер. Далее Пикарев. И пас обратно на голкипера. Следует от опорного полузащитника. Пока что обратите свое внимание, все центральные полузащитники в основном играют именно в обороне. Караев, не рискуя при этом выдвигаться в атаку. Передача Фигурова по правой бровке на Гильдеева. Тот тоже делает передачу по этой же самой бровке уже на Джиоева. Но вот эта геометрия закончилась, по сути, ничем в исполнении футболистов «Динамо», потому что Джиоев был уже оттеснен защитником и вратарем заодно от мяча. Смотрите, как самоотверженно себя проявляет капитан команды Иван Шмахов. Полез сразу на двоих, причем находясь на своей половине поля. Но вот мяч не потерял, иначе в конце концов прав оказался. Будем считать именно так, а не иначе. Продолжается атака «Локомотива». Подача с левого фланга. И был готов угрожать воротам Григорий Борисенко. Даем, Гриня, даем! 11 номер «Локомотива». Последняя встреча между «Динамо» и «Локомотивом» 2002 года рождения закончилась победой бело-голубых. Произошло это во время зимнего первенства. Это был предпоследний тур. И встреча проходила на стадионе «Локомотив» в Манеже.
И благодаря ударам Тюкавина и потрясающему голу в исполнении Пикарева динамовцы тогда победили со счетом 2-0. Пока что ровным счетом ничего не получается у тех впереди. Приходится охранять зоны и пытаться не позволить игрокам Локомотива в эти самые зоны ворваться. Но я не знаю, хотели ли того динамовцы изначально и был ли таков план на игру Филиппа Соколинского. Но пока что получается именно так. Больше обороняться и ждать ошибки соперника. Караев! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чуть было бы сами динамовцы не ошиблись. Еще один момент. Одна подача с правого фланга и центр штрафной площади пробивал футболист под пятым номером Максим Матвеев. Вот здесь мы можем уже говорить о том, что динамовцам в каком смысле повезло. Сразу два удара в течение одной атаки, и оба этих удара были более чем опасные. Купцов был отыгран. И в обороне, к сожалению, наши напортачили. Нужно возвращаться в игру. Точнее, если иметь в виду только самое начало матча, то в эту игру хорошо было бы сначала войти, потом уже возвращаться. Пикарев. Одно касание на Курбана Алиева. То слишком глубоко для себя же играет. До этого мы видели его выходящего на замену и преимущественно играющего на фланге. Сейчас вышел в основе, но играет, посмотрите. Рядом с Кравченко при этом располагаясь. Ну а в штрафной подаче ждут Джоев и Фигуров. Мяч пока что задержался на правой бровке. Там Жуковский. Прострели пас. Джоев. Нет, не успеет. Наш 23-й номер. И далее есть шанс у Локомотива свою контратаку развить. Кутицкий ставит корпус. И посмотрите, зарабатывает аутпой у своей команды. Ну, хоть чем-то порадовали. Ну, ненадолго. Какая-то рваная игра в исполнении динамовцев. Есть какие-то выплески, но они не быстротечны. Ушакин. Кирянин. И вынуждает даже атакующих футболистов играть в отборе Филипп Соколинский. Ну, командный отбор на той команды, что участвуют все. А не только там представители определенной позиции. Пикарев. Пикарев развернулся, а там уже соперник. Такое ощущение, что на каждом участке поля футболистов Локомотива просто больше. Складывается лично у меня. Вот и Фигуров пропустил забегание от защитника. Подача опасная. То ли скидка, то ли удар поворотом головой. Купцов никак не реагировал. Видел, что мяч уходит, скорее всего, мимо ворот. И уже после. Будет вводить мяч в игру Илья Купцов. Вернувшись из сборной. И уже проводящий свою вторую встречу после этого самого возвращения. Караев. Упустили здесь снова 11 номера. Караев пытается подстраховать и себя, и всех остальных защитников. Такое ощущение, что еще и в скорости уступает иной раз футболисты «Динамо» своему оппоненту. Курбаналиев. Кутицкий. Выбивает мяч подальше Кутицкий. Здесь Джиоев. Тому ставит корпус. Дальше Караев. Фигуров. Скидка головой в одно касание на Гильдея. Вот динамовцы наконец-то уже с мячом. Уже чуть попроще хотя бы дышать. А что дальше? 13-я минута матча. С мячом Караев. Тимченко. Кутицкий. Снова Тимченко. Есть в центре открывания от Пикарева, но рядом с ним, посмотрите, три соперника. Вся центральная зона закрыта. Значит, надо пытаться через фланги. И через фланги не получается сделать точную передачу на Кравченко, который совершил свое справа забегание.
пытался в центре мяч Фигуров пересхватить, но мяч пошел на правую бровку, и дальше Фигуров уже успел на свое законное место и постраховал Караева в обороне. А вот, тем не менее, в пользу Локомотива их атаки не закончены на этом. Кирилл Кирянников. Борисенко. Еще один аут. Снова Кирилл Кирянин. Как мы здесь любезно предоставил возможность броситься за боковой фигуру. А вот и отбор. Ошибся, наконец, футболисты Локомотива. Вот ждали мы, когда, наконец-то, что-то похожее с футболистами Лок произойдет. Дождались. Кутицкий. Пикарев. Снова мяч у центрального защитника. Слева есть открывание от Караева. Туда следует навесная передача. Караев показывает судье, что мяч должен достаться его команде. Но никто с этим особенно и не спорит. Да? Мяч у Динамо. Но это только аут. Курбан Алиев. Ну, опорник сегодня играет Курбан Алиев, без всяких сомнений. Возможно, не новая позиция, но если честно, я 12 номера на этом участке газона вижу впервые. Чтобы он так регулярно выступал именно в центре. Курбан Алиев разворачивается, передача на Кутицкого. Есть Пикарев здесь, уже немного посвободнее в центре. И есть шанс развернуть атаку на фланг. Жуковский. Есть открывание от Караева, есть достаточно футболисты, теперь уже штрафной относительно Караева, Фигуров. Курбан Алиев. Да не надо, назад! Ну и почему-то передача назад следует в такой ситуации, когда, конечно же, да и сам наставник просто требует играть исключительно вперед. Там посмотри, сколько футболистов. Подача на дальнюю штангу, на ход. Евгений Фигурова. Но он, конечно же, был далековато от этого мяча. Не очень хорошая подача вышла с правого фланга. Фигуров раз за разом смещается исключительно в центр. Хотя вот, судя по возгласам тренера, тот требует от него именно играть преимущественно тяготя к флангу. Особенно, когда в позиционном нападении находится Локомотив. Требовали динамовцы аут в этой ситуации, но заработали его футболисты Локомотива. Хотя динамовцы быстренько мяч себе вернули. Джоев падает. Неужели здесь нарушения правил не было? Но здесь, скорее всего, точно было. Курбан Алиев сыграл достаточно ярко выраженном подкате. Наш 12 номер. Ну и опять же, времени на споры у нашей... команды нет. Снова сдерживать атаку. Снова пытаться что-то придумать впереди, но когда мяч слишком уж редко в твоих ногах, что-то придумать впереди еще сложнее. Кутицкий. Перевод на Караева. Караев и дальше. Продолжить эту атаку на Фигурова. Обратно на Караева. Пикарев. Ай-яй-яй-яй-яй. Артем Пикарев. Неточный пас. Фигуров сейчас действует чуть ли не на... вообще. По всей ширине поля. Вот и на правом фланге оказался. А вместо того Гильдеев занял. Такая своеобразная подстраховка в виде 21 номера. Передача идет в сторону Караева. Ну, скорее всего, в сторону подопечного Караева по этому матчу. Оппонента. Фигуров. Дальше ведут борьбу. Падает футболист Динамо и нарушение правил. Вот здесь. Стали возникать фолы вот именно в этой зоне. Вот что динамовцы достаточно часто в центре поля, что сейчас Локомотив. Шаг, и он тебя толкнул, он врежет в тебя. Заслушался я здесь, о чем разговаривают наставник Локомотива и судья. Вроде бы все по-любому разрешилось, но при этом наставник Локомотива продолжает говорить. Это интересно. Тимченко. Караев. Стали появляться какие-то уже забегания. Какие-то открывания интересные. Караев. Ну куда же эта передача? Максим Караев.
Дальше фалит, конечно же, Артем Пигаров. Если бы он не свалил, была бы контратака, разумеется. Куда же этот пас был? Понятно, что в сторону Гильдеева. Троечки, ушли! Оно-то понятно. Не опускайся, не опускайся низко. Тише! Малинник, отжимай! Проводит свою атаку. Красно-зеленый. Совершенно отдыхают голкипер Александр Кисьянко и Илья Купцов. Но Купцов немного был вознагражден работой в начале встречи. Но сейчас уже табло 19 минута. Позади практически половина первого тайма. И мы вынуждены говорить о том, что игра у нас более чем непривлекательная, что касается создания опасных моментов и так далее. Опять же, если сравнивать с матчами, которые мы сегодня уже увидели. Передача вперед. Купцов должен выйти из ворот, ну и помочь мячу уйти за лицевую линию, сопроводив тот взглядом. Илья Купцов. Очень высокий вратарь. Во многом из-за своих габаритов он и добился такого расположения от наставника «Динамо», от наставника сборной Дмитрия Хомухи, что единственного из «Динамо» 2002 вызвали именно Купцова в сборную Ю-17. Хотя, конечно же, претендентов достаточно, многие из них в дубле играют. Почему бы не вызвать кого-то из них? Ну, там уже рассуждать приходится не нам, а людям. Не распускаем напада. Уже и сборной. Караев бросает за боковой линии. Высматривает он своих партнеров, так же, как я высматриваю сейчас Караева. Опять же, та зона не очень видна с нашей точки. Пикарев отбор. Жуковский. Ну и пробить отсюда с правой ноги. Ну, раз уж не получается проникнуть в штрафную, нужно бить из ее пределов, разумеется. И нанес Жуковский удар. Мяч перед ним скакал, поэтому было даже в какой-то степени удобнее тому воротам угрожать. Ну и сам же Кирилл Жуковский. В отсутствии Тюкавина, Галкина, Лепехина. Из исполнителей стандарта только он остался. Подача. Караев бьет с левой ноги. Мяч остался все еще в поле. И все еще не покинул пределы штрафной Локомотива. Правда, уже футболисты красно-зелено находятся с мячом. Но подбор снова за динамовцами. Фигура в передаче на Джоева не проходит. И аут. В пользу бело-голубых. Стали просыпаться наши футболисты. Хотя уже практически первый тайм позади. Жуковский. Разворот Жуковского. Курбаналиев. Неужели потеряют? Нет, все в порядке в этом смысле. Гильдеев хорош. Караев. На левом фланге Караев. Сколько потерь сегодня у нашего капитана? Уже какая по счету? Ну и раз не понимаешь, что происходит. Казалось бы, так уверенно он себя проявлял в том же поединке против Спартака, против ЦСКА. А вот с Локомотивом 2 никак не забил пенальти, так стало происходить что-то странное. Нарушение правил на Джоеве. Ну, стандарт — это шанс. У нас, к сожалению, опять дождь пошел. Почему-то спрашивается. Вот не было и появился. Так же, как и этого стандарта не было, вот он и появился. Только надо его использовать. Кирюха, Кирюха. Сможет ли это сделать Евгений Фигуров? Или нет? Ну, бить вряд ли будет. Ну и всего лишь один человек в стенке. Локомотив сам не верит в то, что будет нанесен удар. Ну, давайте мы тоже до конца в это верить не будем. Скорее всего, подача с правой ноги состоится. Да, есть пас. Или это удар по воротам? Ой-ой-ой-ой-ой. Практически мяч в ворота-то был закручен. Может быть, просто не самая удачная подача на дальнюю штангу. Белая игра. Получил. Тут уже у самого футболиста спрашивать стоит. Динамовцы 2004 года рождения. Они уже здесь. На стадионе наблюдают за тем, как играют их более старшие коллеги. Фигуров успеет ли к мячу? Нет, последний момент.
центральный защитник. Подстраховал всю ситуацию в целом и развил атаку Локомотива. Справа есть забегание от 11 номера Григория Борисенко. Именно он мяч и получает. Пока что очень много атак именно по правой броке. Именно через 11 номера проходит, но и другие. Футболисты тоже, конечно же, проявляют себя во всей красе в атаке у красно-зеленых. Вот, слева тоже есть футбол у Локомотива. Подача. Мяч практически в штрафной. Футболистов «Динамо» тут достаточно. Справляется Никита Хлынов. С теми простреляли пас на Борисенко. Чуть было бы мяч не прошел. Дальше Фигуров. Идет дальше, толкается, борется. Мяч сохраняет поле. Идет дальше и дальше. Ой-ой-ой-ой, как сейчас было жестко, но без нарушения правил. Ну и похвала от наставника. Крайнему нападающему. Он сейчас повел себя именно так, как должен вести лидер. Жуковский. Передача пяткой. Нет, передача пяткой не очень хорошая. А вот этот пас на Никиту Хлынова прошел. Он уже в штрафной. Обводит соперника. И рука. Рука была у Хлынова. На мгновение показалось, что у Тимчика, но нет, слава богу. Никита Хлынов мог выйти один на один, но дальше уже пришлось там обыгрывать соперника. А вот с обыгрышем не все в порядке. Задел мяч руку. Отворот. Илья Купцов будет водить мяч. Игра у нас абсолютно равная. Да, вначале было преимущество Локомотива, но сейчас, после того, как наконец-то динамовцы проснулись, вынужден мы говорить о сухой пока что, непривлекательной, что касается зрелищности, но равной в игре. Караев, фол. Фол, причем, может быть, даже на желтую карточку. Получает устное предупреждение от арбитра, наш крайний защитник. Но довольно-таки легко от него сейчас игрок Локомотива уходил. И разве что фолом приходилось Караеву атаку останавливать. Все футболисты «Динамо» за линией мяча. Только Джиой вот изредка появляется при атаках Лока на чужой половине. Но при этом отрабатывает в обороне куда больше, чем делает это Владислав Галкин, к примеру. Падает Фигуров, но против того продолжается действие. Вот Локомотив по большей своей части именно через фланг Фигурова и Караева пытает свои атаки провести, но и через слева иногда получаются забросы. Вот Хлынов, вот он ставит корпус, передач на Борисенко, но эти двое могут ничего момент создать, по всей видимости. Не на этот раз. Живое, солнце появилось, может быть, появится у нас и зрелищная игра в конце концов. Может быть, от погоды это все зависит. Отбор. Пикарев. Курбаналиев. И это побежал Жуковский. Того подтолкнули, как казалось, но вот боковой рефери рядом был, не среагировал. Падение! И нет фола! Нет фола против Джиоева, вот это да! Синенко. Живоев. У тебя нет игрока, ты мог в него сидеть смело. Это крайний защитник. Ну так. Перекатывая мяч в развалочку, передвигаются на чужой половине поля футболисты Локомотива. Но Динамо никакого прессинга не оказывает. Ну, видимо, не так нужно на этой стадии матча. Жуковский. Падение, фол. В пользу Динамо. Те тоже не спешат с розыгрышем. Вот такое ощущение, что вот счет 0-0 устраивает и тех, и других. Но, разумеется, это не так. Ни разу еще ни один из старших возрастов «Динамо» в этом турнире, ни в одном из туров не сыграл 0-0. Думается, что не произойдет этого и сегодня. Кутиский. Курбаналиев. Аккуратнее нужно быть. Тимченко. Точная передача на Жуковского. Пикарев. Есть слева зона у Караева. Туда передача пошла, разумеется. Разумеется. И нужно делать пас уже на Фигурова. Фигуров слева, нет офсайда у него. Подача с левой ноги. Угловой. Ну, хотя бы так.
Хотя могло получиться, как мне кажется, куда более опасно, если бы Фигуров чуть побыстрее эту передачу бы штрафную выполнял. Тогда бы и Локомотив, никто из футболистов Локомотива сей пас накрыть бы не успел. Разыгрывать на коротке. Фигуров с партнером по команде. Фигуров прострельный пас. Отскок. Где же там был Джиоев? Где же там был Жуковский? Пока. А, Жуковский слева оказался. Значит, только Джиоева. Спрос. Джиоев! Опасный отворот. Хорошая проникающая передача от Максима Караева и Джиоев. Проявил себя как форвард, обладающий взрывной скоростью. И ворвался в зону, возможно, в какой-то степени неожиданным образом для соперника. Но все опять же закончилось ничем. Даже вот удара такого акцентированного не получилось нанести у нашего форварда. Поэтому Джиоев, как мы видим, отходит на правую бровку. На позицию ЦФ перемещается Жуковский. И во время этого позиционного нападения Локомотива происходит именно так и не иначе. Кравченко. Джиоев. Кравченко в касание на Гильдеева. Обратно бы на Кравченко. Тот ускорился, но вот, как кажется, слишком поздно. Поэтому позволил защитнику к себе приблизиться и не заработал даже углового. Ну, конечно же, да, Сокина, Кравченко. Понимание футбола на позиции крайнего защитника далековато. Но это и не его основная позиция, разумеется. Но приходится играть. Слишком мало футболистов «Динамо», всего лишь 5 запасных. Из них один вратарь. В команде Филиппа Сахалинского вот сегодняшней заявки на матч. Падение. Что арбитр? Штрафного не будет. По всей видимости, нет. Фигуров не пошел на мяч. Подождал 11 номер «Динамо», когда 11 номер «Локомотива» к тому приблизится. И, может быть, прогадал с ожиданием. Один из футболистов «Локомотива», это, по всей видимости, Никита Хлынов, находится на газоне, и тому нужна медицинская помощь. Пользуется этой паузой главный тренер «Динамо», ему нужно футболистами пообщаться, вот, в частности, с Джиоевым, с Фигуровым, с Гильдеевым. Все они какие-то замечания получили, но при этом еще и воды попили. Так как солнце у нас стало появляться, играть из-за этого стало тяжелее. Все в порядке, по всей видимости, с Никитой Хлыновым. Он на поле вроде бы как остался. Передача в сторону Джиоева, и тот одним касанием не сумел мяч обработать, а там уже возможность была, скорее всего, вторым завершать. Ну и какое-то подобие прессинга изображают футболисты «Динамо Москва», в том числе прессингуя и голкипер «Локомотива» Александра Хисиненко. Когда соперник чаще владеет мячом, а «Локомотив», как кажется, владеет именно чаще, приходится прессинговать, приходится бороться. Борьбы, да, иногда бывает слишком много, она заканчивается вот такими вот неприятными нарушениями. Вот Максим Караев позволил себе фол. Некая какая-то неразбериха у нас происходит. Такое ощущение, что вот боковой рефери спорят с основным. Ну и, конечно же, Филипп Александрович Соколинский тоже к этой беседе присоединился. Но главный судья, как правило, всегда прав. Поэтому Максим Матвеев подает штрафной удар. Хорошая подача, Шедов штрафной, и здесь все в порядке для динамовцев. Их было просто больше в той зоне. Синенко.
Рядом Гильдеев, ну, далековато от вратаря на сей раз, но все же хоть подобие прессинга продолжает Гильдеев изображать, как и все остальные футболисты «Динамо». Караев из-за боковой. Гильдеев. Ну и упустил мяч. Гильдеев позволил «Локомотиву» провести атаку. Борисенко догонит мяч. Борисенко догнал, но вместе уже с Караевым и свалил того на газон. 11 номер «Локомотива». 34-я минута. Остается играть у нас чуть больше 6 минут. Ну, динамовцы уж сильно набегались, такое ощущение, за этот тайм. Да, когда ты играешь без мяча, всегда вот тяжело. Чисто физической, иногда с психологической точки зрения себя проявлять. Но если мяч у соперника, как ты себя проявишь? А вот с отборами не все в порядке. Подача в сторону линии штрафной. Отбились динамовцы. Джиоя ставит корпус не очень удачно. Продолжается атака «Локомотива». Вторая ее волна. Удар поворотом с дальней дистанции. Иван Котельников это был. Пробил он с левой ноги. Позволили динамовцы нанести удар. Такой достаточно дальний, но все-таки опасный. В какой-то степени. Манишки, дайте ребятам. Дистанции. Передача следует на правую бровку. Там Кравченко. Передача на Жуковского. Вау. А вот пользу «Локомотива», разумеется, и те быстро тут разыгрывают. Скорости все-таки превосходят сегодня гости и хозяев. К сожалению, вынуждены мы об этом говорить. Но в целом игра, повторюсь, равная. Джоев, Жуковский. Передача в сторону Фигурова. Подача в сторону Фигурова. Скидка головой на Джиоева. Тот немного опоздал к эпизоду, но все равно рядом со штрафной оказался Гильдеев. Удар поворотом! Ай-яй-яй-яй-яй! Александр Гильдеев практически попал в дальнюю девятку. Показалось на мгновение, что мяч уже летит именно туда. Ну вот, хорошая атака «Динамо» и передача в одно касание в ней имели место. Именно так и удалось взломать оборону и нанести удар, довольно-таки опасно. Александр Гильдеев. Главное, поучаствовали практически все атакующие футболисты. За кем подбор? Не успевает Фигура со своим соперником. Тот мяч подхватывает, обходит нашего 11 номера, издевательски обыгрывая. Подача на дальнюю штангу. Опасный момент, здесь справились. И Жуковский начинает контрнападение московского «Динамо». Джиоев. Такое ощущение, не видел 23 номер, где относительно него мяч находится. Кравченко падает. И не было нарушений правил. А это значит, атака 4 в 3. И есть здесь преимущество нечисленного футболиста «Локомотива», но слишком они задержали с пасом на противоположную брокву только сюда. Сейчас пас последовал, и оттуда уже удар нанес Иван Котельников. Жуковский. Есть слева Фигуров, но Жуковский не видит ничего. Что касается противоположной бровки, пошел сам и наткнулся на футболиста «Лока». Джоев. Курбаналиев. Аккуратнее нужно здесь быть. Особенно центральный полузащитник. Фигуров ускоряется, но уже довольно-таки поздно он это начал делать. Фигуров. Хорош Курбаналиев. Сейчас поборолся в центре поля. Ждут передачи от... Я так остановлен из-за того, что футболист «Локомотива» получил некоторое повреждение. Выбили игроки «Динамо» мяч за боковую
линию. 2 минуты до окончания первого тайма. Который по-прежнему не принес нам ни одного забитого мяча. За сегодняшний игровой день даже вот тайма, да, сложно вспомнить, когда не было голов. В 3 играх, хоть и единожды, но в 30, 35, 40 минут укладывались футболисты. Сейчас пока что баранки на табло. Джиоев. Неточная передача в сторону Джиоева. Ну и шанс у Локомотива себя показать. Фол. Кравченко. И здесь желтая карточка. Ох, не нарваться бы на удаление во второй встрече подряд. И в сегодняшнем игровом дне для Динамо 2002 это было бы второе удаление подряд. Как же не хватает Осокина, да, иной раз. Понимаешь это. Без лишних слов. Штрафной разыгрывает футболист Локомотива. Это Александр Кисиненко. Пас на левую Шахина. Ну и динамовцы прессингуют. Их здесь 5-6 человек. Давайте считать все вместе. На чужой половине поля. И все зоны возможные для выхода из атаки. Из обороны в атаку Локомотиву вроде бы как закрывают. Вот пас на Борисенко прошел, а рядом Караев. Караев вторым касанием переводит мяч на Джиоева. Тот поборолся отлично, мяч в поле оставил. Рядом есть Фигуров, рядом есть Гильдеев. Кого выберет Джиоев, но Джиоев не выбрал никого. Идем, Женя! Запозднился с передачей. Караев или Борисенко? Уже, наверное, не так важно, так как первый тайм, друзья, подошел к концу, после которого мы впервые сегодня не увидели ни одного забитого мяча. Ну, может быть, увидим во втором тайме, но пока что довольно-таки закрытый характер игры не позволяет в этом быть уверенными. Перерыв.
Друзья, продолжаем мы следить за встречей очередного тура клубной лиги Москвы между московским «Динамо» и московским «Локомотивом». 2002 год рождения, после первого тайма счет. Ни открыть, ни та, ни другая команда не смогла свое, возможно, какой-то определенный временной отрезок преимущества воплотить в гол. Посмотрим, что будет во втором тайме. Во всяком случае, ни у тех, ни у других никаких изменений нет. И мы давайте, в свою очередь, тогда напомним вам о стартовых составах играющих сегодня команд. Начнем с хозяев. Футбольный клуб «Динамо», Илья Куцов под 16 номером. Голкипер. Далее полевые футболисты. Александр Гильдеев, 21-й. Арсен Джоев, 23-й. Кирилл Жуковский, 19-й. Максим Караев, 24-й. Капитан команды. Иван Кравченко, 14-й. Курбан Алиев, 12-й. Александр Кутицкий, 20-й. Артем Пикарев, 6-й. Тимофей Тимченко, 22-й, Евгений Фигуров, 11-й номер. Главный тренер футбольного клуба «Динамо» 2002 года рождения Филипп Александрович Сокалинский. Состав «Локомотива», команда, которая очень активно начала сегодняшний матч, но потом стала также довольно-таки часто ошибаться, как и «Динамовцы» в простых ситуациях, находясь в нападении. Александр Кисиненко, голкипер, 1-й номер. Далее полевые футболисты. Максим Александров, 6-й, Григорий Паритенко, 11-й, Алексей Казаринов, 2-й, Кирилл Кирянин, 7-й, Иван Котельников, 24-й, Максим Матвеев, 5-й, Александр Мухин, 22-й, Лев Ушахин, 8-й, Никита Хлынов, 9-й, Иван Шмаков, 19-й, капитан команды, главный тренер футбольного клуба «Локомотив» 2002, Максим Юрьевич Мишаткин. Отворот! Выбивает мяч Александр Кисиненко. Здесь борьба выиграна футболистом «Локомотива». И Хлынов ускоряется, делает передачу на забегание, которое оказывает Алексей Казаринов. А далее в подкате играет Кравченко. Очень самоотверженный. При этом, посмотрите, еще и углового не заработал. Конечно же, такие ситуации всегда заслуживают аплодисментов, когда вот вроде и в подкате, хотя... Когда хотя бы угловой бы заработать, не пустить соперника, а ты еще и отворот зарабатываешь. Просто браво, Кравченко отработал, наш крайний защитник, выше всяких похвал. Аут в пользу «Локомотива». И мяч разыгрывают, и мяч достается Пикареву. Но, правда, ворота в другой стороне. Нужно разворачивать эту атаку именно в ту сторону. Кутицкий. Забегание от Живоева. Но этот пас или на Жуковского, или вот неужели настолько не поняли они друг друга с Живоевым в такой ситуации, довольно-таки себе банальный. Пикарев ставит корп. Против того два защитника действуют. И один из них борьбу выигрывает у нашего шестого номера. Кутицких. Или Купцов. Кто? Купцов первый сыграет по этому мячу. И также выбит мяч в сторону Живоева. Ну, формально в сторону Живоева, а на деле там и рядом нашего нападающего не находилось в той зоне. Тимченко. Касание Фигуров. Тот касание на Караева. Что у нас с номером происходит у Курбана Алиева? Посмотрите. Слетел. Слетел номер Курбана Алиева. Но будем надеяться, что никаких штрафных санкций по этому поводу не будет. Хотя, конечно же, без номера играть нельзя. Гильдеев. Поворотся, поставил корпус, но мяч полетел дальше. В сторону центрального защитника «Локомотива». Гильдеев здесь уже не прочь, в свою очередь, попрессинговать. Почему нет? И вынуждает наш 21 номер ошибиться центрального защитника «Локомотива» Александра Мухина. Тот просто выбил мяч в сторону Кутицкого. Взаимная ошибка. Курбан Алиев, перехват. И пас на Жуковского. Впереди есть Джоев, впереди есть Фигуров. Передача на Джоева. И передача также продолжает эту атаку. Джоев дальним пасом на дальний угол вратарской линии, где, по идее, должен был находиться Фигуров. Только сейчас он уже более-менее в ту сторону добежал. Кравченко, прострельный пас, отбивается «Локомотив». Стали проходить у нас не только навесные подачи с флангов, но и прострельные передачи. Жуковский, Фигуров, пяткой в касание не вышло. Что дальше? Вторым касанием пас на Джоева. Отскок в пользу кого?
Но дальше уже все более чем не опасно. Хутицкий разворачивается и Хлынова опережает. Наш центральный защитник очень уверенно играет. Хутицкий практически не ошибает. Во всяком случае, я не могу вспомнить, когда мы что-либо плохое в адрес говорили или замечали в Александре во время этого сезона. Хутицкий хорош. Не зря с ним связывают Академия Динамо большие надежды, что касается выхода в большой футбол. Курбаналиев. Вот без номера как-то он стал более активен, что ли. Хараев. Пикарев. Фигуров. Длинный пас на Кравченко. Ну, тут Гильдеев есть. И может сыграть низа на Жуковского. Ну, куда ж так полез Кирилл Жуковский? Слишком уж самоотвержно, что ли? На двоих-то соперников. Ускорился, но того не хватило. Караев. Снова подбор за динамовцами. Стали мы выигрывать наконец-то регулярно борьбу в центре поля. Но вот Джигой взял и рукой себя подыграл. Довольно-таки безобидной ситуации. Просто мяч неудачно для того подскочил. Не вовремя, к тому же.
От того, что смотрите, не очень много. Вот одна замена, разве что. Что еще произошло во втором тайме? Хлынов. Ну и гол из офсайда московского Локомотива совсем недавно. Максим Матвеев. Снова Хлынов. Борисенко. Мяч под правый удар. Поворотом Купцов. Вот это просто сейвище. Не менее того. Илья Купцов. Ну и давайте Борисенко Григория отметим. И поругаем футболистов «Динамо», которые не накрыли сей выстрел. Пришлось Купцову за всех отдуваться, грубо говоря. Карай бросает за боковой линии. Жуковский, Караев, Джиоев, Гильдеев, Жуковский, того чуть-чуть подталкивали, но мяч остался у «Динамо». Можно играть. Джиоев, фигура в касании, красиво на Жуковского и обратно на Джиоева передачу, но слишком поздно. Но уже опередил того защитник. Вложи в ноги мяч форварду. И был бы выход один на один. Неминуемый. Но на деле вышло то, что вышло. Перспективная атака «Динамо», законченная ничем. Даже довольно-таки глупой потери стороны бело-голубых. Атака «Локомотива». Максим Матвеев. Передача на забегание Борисенко. Удар поворотом и гол. И 1-0 в пользу «Лока». Добиваются все-таки они своего. Здесь через рикошет каким-то не очень понятным лично для меня образом мяч дошел до Борисенко. Но самое главное в этом случае, что именно дошел. И 11 номер свой момент реализует во втором тайме, выводя Лока вперед. Не из приятных ситуаций уже, казалось бы, выровнялась игра. Даже какое-то преимущество было у «Динамовцев», что касается владения мячом, что касается количества выигранных единоборств в центре поля. Но вот реализация в каких-то моментах, именно реализация атак подкачала. А у «Локомотива» напротив первый же момент. Во втором тайме и гол. Так оно бывает в футболе. В атаке «Динамо». Гильдеев. Пас касания. И вышел на замену футболиста. Это был Ренат Балкизов. Штрафной мяч принял. Еще одна подача. И выходит вовремя Александр Кисиненко. Из ворот мяч забирает. Начинает быструю атаку голкипер своей команды. Напомню, что «Динамовцы» 2002 года в этом сезоне еще ни разу не проигрывали. Лишь одна потеря очков была у тех. И то достаточно досадный матч против ЦСКА в игре, которая была под контролем «Динамо» 2002, но свелась в конце концов к ничьей. Так оно тоже случается. Кирянин, Борисенко, Кирянин, касание. «Локомотив» может себе в каких-то моментах и красиво сыграть позволить. Матвеев. Уходит от двух соперников. Передача в центр. Здесь Иван Шмаков. Котельников. Подключили Алексея Казаринова. Котельников. Передача назад. «Динамовцы» пытаются своим каким-то, с одной стороны, хаотичным, другим целесообразным передвижением без мяча смутить «Локомотив». Подача в сторону Борисенко и отворот. Замена. В составе «Динамо» Москва. Джоева меняют. Да. Вместо того Валерий Бушмакин. Ну, лучшего бомбардира. Одного из лучших у них с Галкиным поровну, что касается количества забитых мячей. Но Галкин-то уже за «Академию», по всей видимости, не играет. А вот Бушмакин
Все еще в строю? Готов пополнить свой лицевой счет забитых мячей. Ну а Джоев немного недодачу действовал изредка. Иногда проявлял себя более чем. Но во многом сыграл не очень удачно Борисенко. Удар по воротам с дальней дистанции. Там его аплодируют. Ну, за попытку, скорее всего. Мяч прошел далековато от дальней штанги ворот Ильи Купцова. Но, тем не менее, удар получился у Борисенко плотный. Бушмакин ставит корпус. Ну, может быть, какой-то мощи не хватало. Бушмакин сможет ее дать. Гильдеев. Пас на Фигурова. Дойдет ли передача до 11 номера? Дошла. Тот обыгрывает соперника, уходит дальше в штрафную. Но вот с обыгрышем далеко не все в порядке было. Перехитрить оборонцы Лока не удалось. Но атака Динамо продолжается. Жуковский. Нет, передача не точная в сторону Жуковского. Здесь Борисенко отрабатывает в обороне. Выбивает мяч на Тимченко, футболист Локомотива. Пикарев. Поджали наши Лока. Фигуров, Гильдеев. Опросил мяч Караев слева, но передачу не получил. Кравченко. Гильдеев. Здесь Балкизов. Кравченко, прострельный пас. В сторону Бушмакина, в сторону кого? Жуковский! На Бушмакина пяткой не точно. Вот не хватает мастерства в исполнении, который мог дать этой команды и Галкин, и Тюкавин, и Лепехин. Удар по воротам. В руках Купцова этот мяч. Слишком уж много, казалось бы, по мысли правильных передач, но вот не точно, зашкаливает. За этого и моментов не так уж много. Жуковский, Гильдеев, передача в касание. Балкизов, Жуковский, прострельный пас. Бушмакин. Эта атака все еще не закончена. Нет у Бушмакина офсайда. Нет офсайда и у Жуковского. Есть достаточно футболистов впереди у московского Динамо. Бушмакин. И от ворот или нет? Угловой. Ну, хоть так. И на этом спасибо. Надо использовать этот стандарт по максимуму. Конечно же, остается играть достаточно времени для того, чтобы счет сравнять. Ни в коем случае динамовцы уступать сегодня не намерены. Угловой. Кто будет подавать? Евгений Фигуров разыгрывает мяч с Жуковским. От того мы ждем подачу или розыгрыша с Гильдеевым, и нет. Ошибка опять на ровном месте. Играет в подкате Кравченко, играет также в подкате и Жуковский. И без нарушения правил второй мяч забирает себе. Балкизов. Нарушение. А это уже нервы. А за нервы у нас желтая карточка. Максим Матвеев. Нельзя так. Да, не свистнул сначала арбитр в пользу Локомотива. Фол, потом свистнул в пользу Динамо. И у мяча Евгений Фигуров будет подавать с правой ноги. Ну, что-то похожее мы видели с вами уже в первом тайме. Тогда тоже думали, подавать будет. Он взял и захотел за шиво разобросить. Голкиперу мяч. Нет, здесь точно уже подача. Отскок. Гильдеев. Далековато от мяча. Здесь все должен контролировать Купцов. Именно это и происходит. Тимченко. Караев. Рядом Пикарев. Пикарев стал смещаться на фланге для того, чтобы все-таки расширить атаку своей команды. Ни до Жуковского, ни до Бушмакина пас навесной не прошел. Но, может быть, сыграть низом. Может быть, не переключаться так уж рано на подачи эти бесконечные динамовцы. Тем, безусловно, виднее. Синенко. Гильдеев. Не случись перехват. Не случился. Дальше только уже успел Ренат Балкизов на этот мяч. Но именно от него мяч ушел за боковую линию. Страсти накаляются. Гол мы все-таки с вами увидели, но все-таки хотели увидеть его в других воротах.
Но увидели, к сожалению, в воротах Ильи Купцова. О, сколько футболистов Локомотива участвуют в этой атаке. И такое ощущение, что динамовцы просто не ожидали, что их будет столько здесь. Опасный момент. Офсайд. Причем интересно, у кого? Ну, скорее всего, у Ивана Шмакова. Или все-таки у Максима Матвеева, который так неожиданно для многих оборонцев бело-голубых забежал за их спины. Купцов. Кутицкий. Балкизов. Кравченко. Передача на Гильдеева прошла. И нужно делать пас низом. Фигуров. Ой-ой-ой-ой-ой. Казалось, уже все. Мяч перед ним, нужно бить. А там еще и защитник, оказывается. Что, у тебя? Был тут как тут. Давай, доиграй момент, давай. Угловой. На отбой сыграл футболист Локомотива. Прошла передача Нигильдеева. Отсюда и опасность. Проникающая передача. О, как много значит в футболе. Вот даже на таком уровне. Тем более, скорее, на таком. Просит Тимченко прийти. Филипп Александрович Соколицкий чужую штрафную. Но парень высокий, почему нет? Подача. Караев. Не спешит Караев. С продолжением Балкизов. От него следует пас. Там только футболист Локомотива. Борисенко, скидка головой. Не удалось выйти из обороны Локомотиву. Снова динамовцы с мячом. Бушмакин в касании играет налево. Здесь Максим Караев. Блестит его желтая капитанская повязка. Жуковский разворачивается, мяч под левой. И отворот. Вот так с горечью мы об этом говорим. Даже углового нет. Хотя уже был штрафной с мячом. Кирилл Жуковский. 64-я минута. Нужно торопиться, начинать динамоваться. Времени все меньше и меньше. Для того, чтобы хотя бы счет сравнять. Караев. Бушмакин и головой скидка в сторону Жуковского. А посмотрите, как Балкизов справа открывается. Но Жуковский идет дальше. Прострельный пас угловой. А вот сразу бы мяч на Балкизова перевести. Интересно, что получилось. Встаем! Скорее всего, что-то куда более опасно, чем просто корнер. Фигуров будет подавать с левой. Бровки. Внимательно играй! Внимательно! Гильдеев здесь, на дальней штанге. Еще один корнер должен быть. На сей раз уже сам Гильдеев будет подавать. Но чтобы время не тратить почем зря, пока Фигуров с одного фланга на другой дойдет. Да, сам Александр подает, но ту зону, где никого из динамовцев не было. А здесь есть Караев, есть Фигуров. На углу штрафной, наш 11 номер. И передача не точно от Тимченко. Пикарев. Слева, слева, слева есть футболист. Конечно же, там Максим Караев. Его прострелили пас. Ну вот, ждут какого-то отскока в пользу себя футболисты «Динамо». Такие передачи, как правило, не заканчиваются опасным моментом. Навешивать нужно высоко, простреливать нужно низко. Все просто. Замена в составе «Локомотива» вот-вот произойдет. Под четвертым номером появится Владимир Макеев. Сообщал кто-то из футболистов Локомотива, что просит замену Александр Мухин. Он ли это? Давайте с вами убедимся. Да, 22 номер поле покидает. А это все время. И это все может сыграть в пользу Локомотива. Передача в сторону Хлынова. С мячом представители гостей. Есть шанс провести контратаку, но наконец-то давно таких зон не было. Впереди Бушмакин.
Ой-ой-ой-ой, промахнулся мимо мяча, мимо защитника, мимо голкипера, мимо всех. Сейчас Валерий Бушмакин продолжает прессинговать уже вратаря, который такое ощущение опешил от того, что произошло совсем недавно. Кутицкий. Фол. Довольно-таки в жесткой манере на соперника пошел Александр Кутицкий и заслуженную желтую карточку получает. Тем временем. Хорошо, Вовка разобрался. Куда летишь? Давай. Еще одна замена, да? В составе Локомотива. 23-й номер динамовцев уже поле давненько покинул. Теперь очередь появится на поле 23-му номеру Локомотива. Это Артем Карпукас. Хорошо, дальше продолжать. Жек, не такая вот интересная фамилия. У нового футболиста Лока в этом матче. И меняет он Максима Александрова. Однофамильца одного из футболистов «Динамо» 2005. Матвеев, потеря. Балкизов. Длинный пас в сторону Бушмакина. Скидка от Кильдеева. Головой. Аккуратненько, но Жуковский. Сколько неточности сегодня у Кирилла Жуковского. Где удаешься. Причем очень быстро решение принимает, иной раз это идет во вред. В основном оно так и происходит. О, как сейчас Борисенко красиво убрал нашего футболиста, пошел дальше, рядом Пикарев, немного Борисенко споткнулся и потерял контроль над мячом. Вот. Из мелочей футбол состоит, вот яркое подтверждение этому только что вы видели на своих экранах. Караев. Фигуров, разворот. Еще. Одна попытка. Пикарев, падение Бушмакина. Без какого-либо нарушения правил. Время тикает. Времени все меньше и меньше. А с мячом Локомотив. Не получилось перехватить мяч у Пикарева, и того еще и обыграли. Посмотрите, как красиво. Иван Котельников. Опасная атака! Кутицкий. Все они здесь купцом контролируют. Что это я кричу? Все нормально. Кутицкий. Пикарев. Алкизов. Алкизов мяч потерял. Еще одна попытка отбора. Нет, здесь все пока что в ногах игроков Локомотива. Алексей Казаринов. Падает. Нет нарушения правил. Арбитр дает играть. Вообще дает сегодня бороться. Это отрадно. Бушмакин. Бушмакин. Дальше побежал прессинговать. Уже и вратаря готов напугать наш 18 номер. Тимченко. Тимченко. Хлынтово обокрал. При ним есть Борисенко. И также есть и Иван Шмаков. Ни тот, ни другой мяч не получил. Ой, какой неприятный момент. Балкиза получает желтую карточку. Вот только на поле недавно появился. Сразу же был отмечен предупреждением. Странно, что еще удаления у нас не было. Такое огромное количество желтых карточек. Все пока что разным людям. Замена в составе московского «Динамо». Фигура в поле покидает. Вместо того появится Владислав Козлов. Впервые в этом сезоне футболист под третьим номером вступит в игру. Ну и в связи с заменой, в связи с тем, что все решили вдруг резко попить воды, у нас пауза возникает. Причем преимущественно решили попить воды игроки Лока. 10 минут до конца встречи. Счет по-прежнему 1-0 в пользу гостей. Это надо исправлять всеми силами. Всеми теми, кто сейчас есть на поле. Кутицкий выбивает мяч. Нужно сначала отобороняться. Подача на противоположный угол вратарской линии. Здесь, кроме Максима Караева, никогошеньки.
Караев. Кравченко. Локицев отошел, видим, на правую бровку. Ну, там преимущественно и действовал. А вот что касается новой позиции Козлова, то он играет на месте фигуры. То есть тут тоже без изменений, что касается тактики. Пикарев падение. Ну и Хлынов, видимо, боец матерый, знает, как поступать в той или иной ситуации. Видим, корпусом и рукой немного мяч прихватил, чтобы динамовцы быстро тот не разыграли. Торопиться нужно именно хозяевам. Тимченко. Подача на Бушмакина, скидка головой. Кисов. Кравченко. Здесь Пикарев. Балкизов. Справа есть Кравченко, но туда передачу Балкизов не делает, но только сейчас выбирает. Именно это продолжение для атаки. 13 номер. А 14 подает. Зарабатывает Тау. А вот пользу Динамо те давят пока что безопасности. Но уже сколько раз было? Сколько раз возникали такие моменты, что мяч просто гулял в штрафной площадке Локомотива. А вот ударить никто не мог. Подача Гильдеева. Не Гильдеев это был именно Козлов. Да, выше на замену футболиста. А Гильдеев сейчас будет угловой подавать. Слева фланга и Тимченко, и Куб... И Кутинский, Купцов хотел сказать, должны идти в штрафную площадку. Передача низом, опасно, Кутинский. Ну что ты будешь делать? Еще один угловой. Только Пикарев. И только Балкизов находится за пределами штрафной площади. Опять момент у Кутинского. Ой-ой-ой, что ж Кравченко хотел изобразить здесь. Спрашивается, за 7 минут до окончания матча. Снова пауза. Уже начинает потихонечку время подтягивать голкипер Локомотива. Александр Ксениненко. Ну еще и замена будет. Данил Поляк. Поля вот-вот. На поле вот-вот выйдет, а вот Борисенко. Автор пока что единственного забитого мяча в этом матче. Зеленый газон покидает. Ну и поздравления за гол, за то, что хорошо себя проявлял на протяжении практически всей встречи, но пока не заменили. От главного тренера. Максима Мишаткина. Здесь офсайд. Хлынов может на Купцова и не нападать. Купцов выбивает мяч на чужой половину поля. И здесь отбор игроков Локомотива. Опасный момент. Как бы здесь гола не было. Не было здесь гола. И не будет в этой атаке Илья Купцов. Опередил всех, вышел из ворот, мяч забрал. Ну и передача, давайте говорить откровенно, с левого фланга была не очень удачная. Бушмакин, Жуковский, удар с левой ноги. Ну неужели не было других вариантов у нашего футболиста? Остается совсем немного времени. Выбирается за ворону Локомотив. Матвеев от Бушмакина. Футбольный снаряд за боковую линию укатывается. Динамовцев здесь, как мне кажется, не очень много. Точнее, меньше, чем нужно. Для того, чтобы побороться и эти последние минуты в атаке провести. А получается, заработали шауты своей половине. Кравченко. Ну, тоже немало. Иван Кравченко. Жуковский выпрыгивает. Ну, смотрите, все три футболиста действовало. Какая взаимозаменяемость у Локомотива в обороне происходит. Казаринов. Технично. Хлынов. Никита Хлынов.
Сегодня тоже, конечно, был хорош, хоть и не забил. Но угрожал воротам неистово московского «Динамо». В атаке «Локомотив», в очередной своей атаке «Локомотив», подача на дальнюю бровку, и там Алексей Казаринов открывался. Не сумел мяч что-то обработать. Хотя до этого принимал, как кажется, в более сложной ситуации мяч с блеском. Тим, еще подняли. Секунд 30 назад это было. Снова «Локомотив» стали красно-зеленые довольно-таки часто центр поля выигрывать. Не вовремя это происходит для «Динамовцев». Им-то надо думать о том, как забить в ближайшие 4 минуты, даже уже 3,5. А приходится отбиваться. Вот здесь уже перехват в пользу бело-голубых. Балкизов. Кравченко. Караев. Просит именно низом играть, несмотря на выход Бушмакина. Филипп Соколинский. Мы это прекрасно слышим. Именно так динамовцы и действуют. Вот здесь только подать в сторону. Как раз-таки Бушмакин последовал верхом и угловой. До Купцова в чужой штрафной пока что далековато. Что касается игрового времени. А вот все остальные футболисты, ну, может быть, за исключением Пикарева, в штрафную пройтись, ой, как бы не помешало. Гильдий в подачу Кутицкий! Ну почему же опять низом? Почему же опять на ближнюю штангу и опять низом? Вот как-то все эти угловые однообразные, кажется. У «Динамо», у чужих ворот, причем уже, по-моему, третий пас из трех идет именно в сторону Кутицкого, который явно сегодня на гол, такое ощущение, не нацелен. Балкизов. Передача в сторону Бушмакина. Ну, практически все передачи в касание, вот когда удается с мячом. Наконец, австрийцы, футболист «Динамо» делают в сторону центрального нападающего, что логично. Гильдеев. Гильдеев идет дальше сам, 21 номер, прокидывает мимо двоих защитников, страхует третий. Очередное подтверждение потрясающей подстраховки в обороне московского «Локомотива». Кутицкий. Ширина балкет. Пикарев. Ну, поторопиться нужно, полторы минуты осталось. Кутицкий, передача на Кравченко. Балкизов. Ну и в атаке «Локомотив» находится. Им одно удовольствие вот в такой ситуации еще и атаковать. В отборе практически Балкизов грамотно сыграл, но ненадолго мяч у «Динамовцев» задержался. Матвеев. До Хлынова мяч не дошел. Жуковский. Бушмакин. Ну где ж тут футболисты «Динамо»? Они все уже в оборону вернулись. Жуковский. Минута до окончания встречи. Передача на Караева. Тот мяч принимает. Открывается Козлов. И может подавать третий номер. Жуковский кто-нибудь пробьет? Нет. Нет удара. Пикарев. Передача на Козлова. Неточная. И снова потеря. 30 секунд до окончания матча. Свисток судьи злой, он прозвучит ведь скоро. Илюха, сам, Илья сам. Купцов сам должен идти вперед. А все остальные футболисты «Динамо» бегут в чужую штрафную. Здесь вверх выигран игроками «Лока». Вот игра закончится. Тимченко, передача на Бушмакина, того скидка. Балкизов, Кравченко. Ну почему опять никто из футболистов «Динамо» не может заметить? Зацепиться, а нет! Зацепился Балкизов, подача, Козлов выходит из ворот Александра Кисиненко. И все, это уже точно тот самый момент, та кульминация, которую мы ждали. Замена еще будет тому же перед этим корнером. Ну понятно, что если «Динамо» этот корнер гол не превратит, то игра завершится со счетом 1-0 по «Зелока». Илья Купцов в чужой штрафной площади. Ну почему же Пикарева в чужой штрафной площади нет? Все должны быть там. А в данном случае все футболисты «Локомотива» сосредоточены в той точке, в той зоне. А подавать будет Кирилл Жуковский.
с левого фланга. Нигиль Деев как ранее. Более опытный футболист, что касается выступления в стартовом составе. Последняя минута матча. Вратарь чужой штрафной. Подача. Балкизов. И все. Идешь туда, на дальний. К сожалению, первое поражение терпят подопечные Филиппа Соколинского в этом сезоне. И в дальнейшем тем будет куда сложнее из-за этой потери очков претендовать на первое место. Но они претендовать, уверен, продолжать будут. С вами во время этого эфира был Артем Фигуров. К сожалению, мы проигрываем 1-0. Спасибо всем, кто был с нами. До свидания, счастливо.